Также сегодня по поводу поста Филатова, где он оскорбил всех мусульман и православных Украины, общался с православной общиной в Днепропетровской области. Люди готовы выйти под прокуратуру и поддержать протестами исковые заявления к Филатову. Такой лидер партии и мэр не должен занимать данную должность, чего и требует 2 и 3 пункты 161 статьи. Поэтому мы предварительно планируем выйти под областную прокуратуру. Ну, если тут не услышат, значит пойти и под генеральную. Но невозможно жить в стране, где прокуратура официально продает дела ОПГ Корбана и Филатова. И против чиновника невозможно возбудить дело. А если ты его возбуждаешь, то прокуратура его хирит в своих недрах. Это неправильно. Это не европейский метод. Мы будем за это бороться. Бороться за европейское будущее Украины и наших